Видео подготовлено каналом Уроки ТВ номер 459. Из каждой пары простых предложений составьте одно, вставляя пропущенное слово «год». Числительные запишите словами. Образец: моей маме 34, моему папе 36. Моей маме 34 года, а папе 36 лет. Первое. Моей сестре 13, моему брату 4. Моей сестре 13 лет, а моему брату 4 года. Второе. Наш сосед уехал в Казахстан на 3 года. Пробыл в Казахстане 7 лет. Третье. Через 5 лет мне будет 17 лет, а через 4 года маме будет 38 лет. Понравилось видео? Ставь лайк. Подписывайся на наш канал. Есть предложения или пожелания? Оставляй в комментариях. Со всеми прощаюсь. До следующего видео.